Ну что, друзья, всем привет. У нас идет утро воскресенье. Сегодня вот уже поклевка. В общем, друзья, утро воскресенье. Я немножко проспал это утро, встал в 7 утра. Ну, дядя Сережа с 3 часов ловил на фидеры, довольно успешно клевали подлещики среднего размера. И сейчас вот тоже на каждом забросе поклевка идет стабильно. Есть. Есть, еще одна клюет. Надо на один фидер уже переходить, а то не успеваешь. Опа! Ну вот, такой подлещик первый. Сейчас второй. Смотрите. А я уже, наверное, подсёк. Нет. Сошел, видимо. Этот, видимо, убежал. Одновременно клеится. Вот, смотрите, поклевка вон. Нет, все, перехожу на один. Сейчас я заряжу на кукурузу и буду на один рыбачить. Может завялить там таких средних. Попробуй. Сейчас? Нет, дома. Да пробуй, что хочешь. А ты будешь? Мне не надо, я вообще. Не, я бы соленый попробовал бы, не знаю. У меня еще прошлогодний лежит. Ну какой бойкий. Это они как доска, как фанера стали. Ну таких солить нет. Нормально. Что ты с пивом не ешь? Я же говорю, попробовал бы, да. Ну их надо вот пока они еще это, такие вот вяленые. А вот полежат. Сейчас этот будет клевать. Сейчас этот клевать начнет.
Только закинул. О, я же говорю. Дай ковырялку. Хороший. Ну вот, еще один такой. Так это же... товарный. Не, а почему цвет? Смотри, есть там вон бронзовые какие-то, а это белые. Не знаю. Да еб твою мать.
Как же вы задрали. А? Все? Не успеваю. Буду ловить на один. Не успеваю с двумя. Ну вот, какой красавчик попался.
ребята, какой-то мутант попался. Смотри. Друзья, ну вот. Такой красавчик попался. Такой вот килограммчик. Опа! Выпрыгнул. О, зараза. Отцепилась в это подсаки. И из подсаки как дала свечку. И вылетела. Представляешь?
Что, друзья, давайте достанем садок. Попробуем кое-какую часть рыбы взять, засолить, которую уже нельзя будет отпустить. Какую кошки? Не достать еще. Фу. В общем, обратно переместились на этот берег. И здесь у нас снова поклевочка. Друзья, ну в общем, мы решили собираться. Уже время 11 час. Сейчас у нас это все занятие довольно много времени займет. Будем сейчас собираться и перевозить наши снасти вот на тот берег. Там у нас машина стоит. Клевало в основном сегодня, очень хороший был клев с утра. Видимо, за это время мы закормили точки хорошо, и рыбка встала, была активна. Она и сейчас, в принципе, клюет, но уже, честно сказать, немножко поднадоело ловить. Ну и пора уже выдвигаться, пока пробок нет особо. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч! Всем пока!